Продажа билетов на гонку «Берингея 2019» стартовала на Камчатке. Их можно купить в точках продаж группы МТС и в салонах «Алло». Как сообщили в оргкомитете гонки, приобрести билеты можно также и в электронном виде на сайте www.panominalu.ru. Их стоимость составляет 400 рублей. Потом и те, и другие билеты можно будет обменять на пластиковые сувенирные карточки. Мы с самого начала, как бэджи эти выдумали, подумали о том, что люди будут их собирать в качестве, ну, как такого памяти о Берингее, да, это такой какой-то памятный подарок, скажем так. Поэтому и в этом году мы от них не отказываемся. Единственное, что на этом бэдже будет другая совершенно информация расположена, не та, что была расположена из года в год. Там не будет указания места, ряда, трибуны, вот, потому что вся эта история будет написана на билете, который каждый желающий может приобрести. Вот. А на этом бейдже, с одной стороны, будет указана информация о биатлонном комплексе и о местах активности, которые можно посетить в то или иное время. То есть вся принципиальная схема биатлонного комплекса, активности там будет очень и очень много. А с другой стороны этого бейджа будет размещена детальная программа торжественного открытия Берингеи 2019. Напомним, открытие традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках «Берингея 2019» состоится на биатлонном комплексе имени Фатьянова 23 февраля.